Детский сад, средняя группа, два пацана сидят на горшках. Вовка решил похвастаться, а я с Герасимовой целовался. Купила и сникерсы, целовался. Слайк от зависти чуть с горшка не упал, ну и как? Вовка грустно сказал, ничего интересного, сникерс лучше. Теперь решил похвастаться Славик. А у нас воспитательница заболела и на тихом часе сказку «Теремок» читал охранник дядя Витя. Ну и как? Вовка, у дяди Вити совершенно другой теремок. Там знаешь у него кто живет? Ежик Бухарик. Волчара Ханурик. И лягушки по вызову. Вовка грустно сказал, а у нас дома папа рассказывает сказки только маме. Закроется с ней на кухне и начинает бу-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 бу. А мать кричит, не рассказывай мне сказки. Ты завел себе любовницу? Славка встрепенулся, че он себе завел? Любовницу? А на че хоть это похоже? Вовка говорит, сам не видел, но мать сказала, что это шаболда крашеная, профура кривоногая и лохудра сухопарая. Слайк восхищенно сказал, лохурда сухопарая. Че у человека есть? Как ты думаешь, он свою лохурду на мой перочинный ножик поменяет? Вовка пообещал, я спрошу. Слайк с завистью сказал, молодец твой пахан. Эх, поскорей бы вырасти, тоже заведу себе лохурду. Вовка помолчал, потом сказал, ты с лохурдами поосторожней. Мать сказала, они кровь пьют. А я бы хотел много путешествовать. Да где взять столько денег? Слайк встрепенулся. Вовка, да запросто можно путешествовать и без денег. Пойди и поешь шаурмы. У нас дядь Миша шаурмы поел, как начал путешествовать. Где он только ни был. И в больнице, и в клинике, и в госпитале. Его даже в Москву возили. И везде с мигалкой бесплатно. Слайк уселся на горшке поудобней. Дедушка сказал, что скоро будут повышать пенсионный возраст. И пенсии будут давать в 90 лет. Вовка возмущенно сказал, тогда пусть и детство продлевают. Если пенсия в 90, то в детский садик люди должны ходить лет до 40, а в школу до 50. Газировки хочется. Дед сказал, от газировки зубы выпадают. Слайк уверенно сказал, врут! У моей бабки от газировки вообще новые зубы выросли. На щупальцах. Вовка чуть не упал с горшка. Что, у твоей бабки есть щупальцы? Нет, это у ее новых зубов есть щупальцы. Ночью, когда бабка спит, зубы у ей изо рта вылазят. Залазят в стакан с водой и там купаются. Вовка подумал и сказал, детство надо продлевать по-любому. У человека до детства кот наплакал. Роддом, две ангины, три чупа-чупса. А потом до самой старости сидишь. Или на горшке, или на работе. А домой придешь, жена как начнет, не рассказывай мне сказки, ты завел себе эту, как ее? Слайк подсказал, хуларду. Сухорылую. Вовка, ты представляешь, какая у нас с тобой впереди ждет замечательная жизнь. Ёжики-бухарики, волки-ханурики,
лягушки по вызову, хуларды. Пацаны взрослели на глазах.